О доходах за 2022 год нужно успеть отчитаться до 2 мая. В МРЭЛ продолжается декларационная кампания. Отчитаться о прибыли должны те жители региона, кто в прошлом году продал недвижимость, выиграл в лотерею или получил дорогой подарок, например, машину или квартиру, не от близких родственников. Декларацию по форме 3НДФЛ можно подать несколькими способами. Онлайн через личный кабинет налогоплательщика, на официальном сайте через сервис «Декларация» и лично на бумажном носителе, обратившись в налоговый орган по месту жительства. Еще один вариант – обратиться в МФЦ. Помимо физических лиц, декларацию подают индивидуальные предприниматели, нотариусы и адвокаты, занимающиеся частной практикой. В ФНС отмечают срок уплаты НДФЛ не позднее 17 июля. Обязанность по предоставлению декларации 3НДФЛ возникает в том случае, если физическое лицо, например, сдавало имущество в аренду, получало доходы за пределами территории Российской Федерации, получало доходы от ценных бумаг, продавало имущество, которое находилось в его собственности меньше минимального срока владения и в других случаях. Но если сумма продажи жилого недвижимого имущества не превышает 1 миллиона рублей или иного имущества не превышает 250 тысяч рублей, то обязанность по предоставлению декларации 3НДФЛ не возникает. Также у физических лиц возникает обязанность по предоставлению декларации 3НДФЛ в том случае, если работодатель не смог удержать с зарплаты работника НДФЛ и не сообщил об этом налоговый орган. В случае, если же работодатель все-таки сообщил в налоговый орган о том, что он не может удержать НДФЛ зарплаты своего работника, то налоговый орган самостоятельно сформирует налоговое уведомление и направит его в адрес этого работника. Срок уплаты в этом случае будет 1 декабря 2023 года. Важно успеть подать декларацию 3НДФЛ в налоговый орган до 2 мая, иначе физическим лицам и индивидуальным предпринимателям грозит штраф и его взыскание через суд. Добавлю, что это правило не касается налоговых вычетов. В этом случае декларацию можно подавать в любое время в течение года.